5000 квадратных метров благоустроенной зеленой парковой зоны. Вот что такое сквер-строитель сегодня. Безопасное покрытие и новые качели для детей. Лавочки и столы для взрослых. Ход работ по реконструкции сквера контролировал лично глава города. Средства поступили из федерального, краевого и муниципального бюджетов. Теперь детвора наконец дождалась зимней погоды. Это уголочек наш райский. Мы здесь отдыхаем. Какая аура здесь. Никаких машин. Это и то, что сделали сейчас, это я не знаю. Это красотища, как в сказке. Появление нового сквера стало хорошей мотивацией для жителей. Один из местных умельцев даже вырезал из дерева настоящий кошкин дом. Мурка как полноценный член семьи. Редко кто пройдет мимо домика без угощения. Сквер-строитель, наше детище, которое превратилось в такую красоту. Результат у нас налицо. Новая спортивная площадка у нас, новые тренажеры у нас здесь. Новые совершенно аттракционы детские. Мамочки, бабушки, дедушки очень довольны. Очень много лавочек, урны. Обрезку деревьев сделали, много саженцев хороших посадили. В общем, просто мы благодарны администрации за такую большую оказанную помощь. Наталья Ключникова заражает своим примером даже детей. Она обладатель специального приза от городской администрации «Сердце людям отдаваем». Вместе с неравнодушными жителями микрорайона руководитель ТОС номер 27 уже в этом году планирует облагородить зону отдыха во дворе так называемой «Китайской стены». Строитель лишь отправная точка по благоустройству всего 12-го микрорайона. Вот эти старые тополя им по 40 лет придется кронировать, покореженные временем и вандалами лавочки заменить, старые турники покрасить, народную тропу вдоль детского сада «Солнышко» покрыть тротуарной плиткой. Пару лет назад тут были изменения. ТОСовцы заняли первое место по краю и на полученные средства поставили ворота, положили плитку, соорудили крытый тренажерный комплекс для взрослых, оградили зону от проезжей части. Комфортная среда – не только социально значимая программа, считают жильцы микрорайона. Это еще и проект добрых дел, где помочь может каждый желающий. Анна Жукова, Михаил Григорьев, Анапа регион.